для меня отлично. Я стартанул третьим, бежал в поворот, но быстрый гонщик Османов решил не тормозить и засадил меня в бок. Меня понесло наружу, я зацепился локтем, у меня слетела рука, и я уехал где-то 10-й. Но потихоньку выбирался, взял нужный темп на 30 минут из вашего заезда. Отлично все получалось, выбрался. Ну, достаточно отличный результат, так как впервые выступаю в классе Open. Мне все понравилось. Ну вот второй заезд, старт сложился более удачно, но в повороте я допустил ошибку также и уехал где-то 11-й. Потихоньку выбирался, уже не так газовал, как в первом заезде, чтобы, если что, последние круги выгазывать и проехать на нормальную позицию. Выезжал, выехал до 5-го места, и тут у меня случилась большая проблема, я не мог держаться за руль. А сзади еще у меня присылал брат, мы обогнали Тарасова. Мой брат ехал сзади, я ехал четвертым, он пятым. И после этого я думал, ладно, езжай, у меня уже нет сил. И он начинает меня обгонять, и в следующем повороте через круг он падает. И тут я понимаю, то, что передо мной едет Османов. Я начинаю газовать, остается два круга. Догоняю Османова, и Османов бьется в круговую и падает. И я еду третьим. А так как Иван Баранов совершил серьезное падение в первом заезде, а Роман Морозов приехал в четвертом первый заезд, я приехал два заезда третьим, а он четвертым вторым, и по сумме очков у меня получилось второе место.